Если вы перейдете по ссылке в описании этого видеоролика, вы можете послушать в непрерывном режиме все анекдоты. Но если вы слушаете это в социальных сетях, вам сначала надо будет кликать на значок YouTube на экране, который появляется при наведении курсора. Человек, который создаст автоматические сковородки с функцией... Когда у вас начинает подгореть еда, интернет отключится, озолотится. Поздравляю! В газете писали, что ты по совещанию получил большую часть от бизнес-содействия. В газете? Опечатка. Не долю, а дулю. Рыбчика. Обычно, когда собака садится на диван, я подхожу и даю ему подзатыльник. На этот раз боковое зрение не смогло отличить собаку от головы подруги жены. Рыбчика. Кошелек нашла. Свой? Нет, с деньгами. Рыбчика. Дед Петрухка пошел к морю и вытащил невод. И вытащил лампу. Ну, думает, надо потереть. Час трет, два трет, три трет и устал. И слышит скучающий голос из лампы. А пробку вытащи, дурак. Чем сейчас занимаешься? Политический обозреватель, спортивный комментатор, кинокритик. Вышел на пенсию? Да. Иду из больницы, здоров, настроение отличное. Все мне улыбаются, птички поют, солнце светит. Хоть бы одна падла сказала, бахилы сними. Рыбчика. Девушка, вы случайно не меня ждете? Мужик, ты так замечательно куда-то шел. Рыбчика. Мать обращается к Вовочке. Вовочка, скажи, кто съел весь торт? Вовочка говорит, мама, ты не поверишь, у нас завелся папайка. Так. А муж родимый, а кто съел, а кто выпил всю водку? Муж говорит, так тебе же Вовочка сказал, что у нас завелся папайка. Одна очень страшная женщина специально внедрилась в мафию и сдала всех, чтобы сделать себе пластическую операцию по программе защиты свидетелей. После четвертой рюмки мартини мой муж превращается в умерзительное чудовище. А после пятой я уже вырубаюсь. Рыбчика. В школе на уроке Вовочка громко читает вслух. Марья Ивановна говорит, Вовочка, читай про себя. Вовочка говорит, так, Марья Ивановна, тут про меня ничего не написано. Подписываемся. Рыбчика. Рыбчика.